Так, ну что, новости? Да, собственно, нет никаких новостей практически. Нечего говорить. Все хорошо, ровно. Замечательно, будет еще лучше. Ну, полтерей там. Я выложил в новостях, что с этим задержкой, с этой, надо будет что-то решать. Хотя я не вижу в этом проблемы, что минутная задержка. Это, там же можно посмотреть по... Там спрашивали в комментариях, как вот этот человек угадал. Ну, он посмотрел, что минутная задержка просто. Он посмотрел, не что минутная задержка, а посмотрел те данные, которые должны быть по времени. Ну, а опубликована была другая цифра. Он, в общем, выразил удивление. Другая цифра, потому что там некоторые цифры были с минутной задержкой. Ну, в общем, так как лотерею не все играют, то эта информация может быть не для всех интересна, но тем не менее. Что еще? Ну вот, программу мы запустили. Возврата долгов, по-моему, 2011 там видели тоже. Ну, чем богаты, тем и рады. Конечно, прямые выплаты мы сейчас делать не можем. Только-только все наладилось, стабилизировалось, поэтому... Ну, хоть так, в общем. Ну, а так, какие еще новости? Говорю, никаких, собственно. Все так хорошо, что говорить особо не о чем. Стабильно и ровно. Ладно, тогда до воскресенья, наверное. Потому что, собственно, говорю еще раз, что новостей-то нет. Ладно, а еще считаю, что финансовый апокалипсис неизбежен. Мы можем многое. Тогда до воскресенья.